как вас зовут? Вася. А по отчеству? Постарше меня будет, слушай, что говорит. Это не Василий, а Олег, мастер перевоплощений и провокаций. Еще секунду назад он чуть не отправил на тот свет минимум двух человек, а сейчас скромный парень. Не буду убегать никуда. Ну а зачем вы в наручниках находитесь? А вот полицейские Олегу Василию уже не верят. За кадром останется несколько пикантных моментов. Некоторое время назад на солидный Прадо обращают внимание активиста ночного патруля. Водитель мчит по городу со спущенным колесом. Его останавливают сотрудники ДПС. Мужчина за рулем выглядит не столь презентабельно, как его автомобиль. Смотря блестящими глазами и выдыхая алкогольные пары, он сообщает: «Ну что ж, приехал». Пока отстраняется от управления транспортным средством. Держите. Две галочки, две подписи. Расписываться будете? Нет. Так. Протокол о направлении на медицинское освидетельствование. В областном наркологическом диспансере будете проходить освидетельствование? А? Вроде бы все, но тут Олег Василий понимает, обидчики должны быть наказаны. Остановили ведь его из-за активистов. Так пусть получат они свое, битый по лбу. Полицейские успевают надеть на него наручники. Иномарку собираются эвакуировать. В этот момент Олег вырывается из патрульного автомобиля, садится за руль и стартует. Один из активистов кидается к машине. Водитель дает резко вправо и прижимает его к железному ограждению. Активист уворачивается, успевает запрыгнуть на ходу в салон. Он и дергает ручник. Если бы не активист, иномарка выскочила бы на полном ходу на красный свет, и неизвестно, сколько могло быть жертв. Водителя в наручниках еще раз задерживают. Олег Василий опять меняет амплуа и смотрит грустными глазами в самарскую ночь. В этот вечер он дважды успел лишиться прав. Теперь под вопросом еще одна его роль. Владелец ленд-крузера «Прадо» по ночам, днем работает водителем мусоровоза.